лапнуться до семерки и... А, ну прекрасно. Точнее, у него все Free Fire подготовлено, ему дали семерку. Радик, сколько на его героя. Нормально. И под эту семерку все подготовили. С учетом смертей более-менее. Неплохо. Подготовили триплет здесь. Я там, блядь, меня идут ебать. Ау. Даггер принес. Я готов подраться на развороте, парни, если хотите. Радик есть. Просто замечательно. Какой смысл мне здесь играть, если... все, я топ-1 уже никак не займу здесь, нахуй, физически. Какой, блядь, киберспортивный интерес. Если игрок такого уровня не может просто сделать ничего. Если какой-нибудь обоссанный, обкуренный, обтрестанный уебан меня выиграет. Давай, Акашич, добирай. Без возможности на победу. Без моей возможности на победу. Все, нету смысла играть. Так. 5127 у меня поменялось, насколько у меня калибров теперь закончился. Девочка такая удивилась моему Радику на 14. Да, нормально, что, нормально. Чуть типа 5200. Ну, как я и говорил, у меня что-то типа 5К. Ой, хорошо. Значит, во время калибровки от 4К учитывается. Жарим. Видите, даже моба охуевают просто от моего скилла. Давай, дядя, сюда. Бля. Ну, я, как всегда, зашел, реализовал свое мастерство, показал свое мастерство, которое, к сожалению, осталось. Нужен таки осталось. Сейчас вышечку с пуджем заберем. Без фул мотивации, и когда тебе дают нормальные заходы раз в 100 каток, конечно, идеально сыграть не получится. Нижняя башня противника разрушена. Может, они руну не при понимании, забрали, что ты играешь в условиях... Забрали, суки. Ну, таких вот. Я не готов. Забрали, бля. Соглашусь. Так. Под меня идут. Давайте потягаемся. Есть драк? Нету, ладно, ладно, ушел. Парни, помочь. Ёбаная уебища на этих генерах, нахуй, просто. Парни, помочь! Ломают мне игры... Просто позорище. Ну, блядь. Ну, трахните, блядь, они коцаные.